Посмотрите внимательно, ребята, как ожидают меня мои собачки. Вот колечко, я подготавливаюсь к тому, чтобы начать с ними игру. Сейчас я одеваю перчатку на правую руку, чтобы Барошке кидать колечко, а то он его замусолит, оно будет чумазое. А ребята мои сидят. Закрываю сумочку. Сейчас, секундочку, одной рукой все делаю. Одеваю сумочку. Мы пойдем вон на то место играть. А собакам команда сидеть. Хулиганы. Разговариваю с ними строго, громко, звонко, чтобы их заинтересовать, привлечь. Посмотрите, какие мордахи. Барон. Ладно, ты ж мальчишка у меня. Команда сидеть. Барон, невыдержанный. Хулиган. Берта молодец. Пойду туда. Они должны одни находиться молча. Вот так вот. Не думайте, что у нас так все просто. Прям пришли и начали играть. Нет, у них все с командами, с выдержками. Все строго у нас. Вон, барон развернулся, Берта там за скамеечкой торчит, попа ее. Сидеть! То есть тут же мы выдержку отрабатываем. Вот в такой, в игровой форме. Они уже готовы, конечно. Вот сюда в тенечек пойдем. Сидеть! Вон два хулигана сидят. Сейчас здесь все положу. Молодцы, хорошо. У барона, конечно, хороший плюс. И в помощь ему, конечно, вот это вот Бертина, отличное поведение. То есть он хороший подражатель. Он смотрит на нее, все за ней повторяет. Это огромнейший плюс, ребята, когда у вас такая воспитанная собака, и вы берете еще собаку. Ох, с меня половина, наверное, воспитания как бы снято. Этим занимается Берточка. Я ей очень благодарна. Так, ну вот здесь приземлимся. Ко мне! Кричу специально громко. Ай, молодцы! Первый, конечно, барон, он помоложе. Берточка потолще немножко и постарше. Вот такие вот у меня ребята. Активные, веселые. Ну что, мы готовы играть? Готовы? Бароша, Бароша тоже готов. Давай, дай колечко, Бароша. Идем. Опа. Сейчас барон. Берта, где твоя тарелка? Берта? Опа. Ах, Берта не успела. Тарелка у нас так летит. Шустро. Барон. А ты что тарелку плюнула? Давай мне ее сюда в руки. Дай. Опа! Проворонила тарелку опять. Невнимательно. Дай, Барош. Берта, ты барона будешь гонять? Готова барона гонять. Барон. Апорт. Вот так вот мы с ребятами начинаем наши игры. С послушки, ну, а потом с такого вот драйва.